Здравствуйте, дорогие друзья. С Божьей помощью мы постараемся начать. Но кто-то еще, может быть, не пришел. Я думаю, они в пути. Мы для них, в крайнем случае, повторим. То, что сегодня будет происходить, это происходит традиционно, ну, с какими-то промежутками, там, раз в 3 месяца, раз в 4 месяца. Это мероприятие посвящено мне великому и моим студентам, моим любимцам, тем артистам, которых я люблю. В общем, короче, это все мое. Вот так. Сейчас на сцену выйдет много народу. Это называется хор. Хор, который с недавнего времени называется Just Friends. Хор, который стал лауреатом недавнего фестиваля международного Gnesin Jazz. Хор, который получил... это, на самом деле, это не очень... Когда я первый раз узнал, что это бывает, я смеялся. Но это называется так. Чемпионат Центрального федерального округа по хоровому искусству. И вот мы получили там такую вот вазу для шампанского, на ней написано там, все, что все хорошо. И сейчас мы начинаем развиваться, начинаем все больше и больше работать, ну, пока в Москве, пока нам хватает Москвы, а дальше, я думаю, мы распространим свое искусство и на окраине нашей родины. А сейчас хор, который называется Just Friends. Их много. Буквально недавно мы работали на юбилее Александра Григорьевича Сухих в Цедри. И пока вот девушки и мальчики выходили, зал устал, и уже от усталости он начал аплодировать. Потому что... Все. Вот 20 прекрасных молодых людей, которые умеют петь. Мы споем вам сегодня достаточное количество акапельной музыки. Кто устанет, тот может выйти на улицу. Ну, по традиции мы начинаем выступление. Ну, как говорится, джазовый хор почему-то должен петь госпел. Ну, вот мы поем госпел. Oh,
сцену Ива Кессиди. Следующая тема, которую мы исполним, ну, скорее всего, это рождественский гимн. Написан он Чарльзом Уэсли в 1732 году по библейским мотивам. Называется «Hark, the Herald Angel Sings». Музыкантом, которого зовут Мак Кейбл, он один из солистов группы TXX. Следующая песня, которую мы вам покажем сейчас, она вообще рождественская. Ну уж до того она красивая, до того она хорошая, что мы ее всегда стараемся петь, и я думаю, что она всем нравится, потому что вот эта вот нежная мелодия, которая в этой песне есть, она проникает вот до самого краешка души, что называется. Это старая украинская песня. В украинском варианте называется «Щедрик», а в том варианте, который мы поем, называется «Carol of the Bells». Sing the best, 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 sing
поскольку мой коллектив еще молодой, то вот такой прямо определенной программы, вот, такой жанровый, да, вот, пока нет, мы в поисках. В поисках, и вот одно из направлений, вот, я думаю, что будет вот такой музыки, одно из направлений, пока мы до него не добрались, хотя мы и называемся Just Friends, но джаз мы поем мало, не потому, что мы его не любим и не умеем петь, умеем, просто вот очень, не то, что тяжело, а не просто писать аранжировки, ну, все уже написано, что до нас, и вот хочется как-то вот не повториться, а не повториться пока не получается, и мы остерегаемся пока этим заниматься, мы пока поем любимые мелодии, или такие же, ну, вот, разделения по жанрам. И вот одна из вещей, которую мы сейчас споем, она вот написана Андресом Эденруфом, который, ну, он не руководитель, там все, как бы они считают, что они все руководители своей группы. Группа называется Real Group. Ну, одна из самых, наверное, песен, которые нам нравятся, называется «No Words». И вот то, что у нас получилось, мы одно из несколько, может быть, песен из репертуара этой группы мы будем делать, ну, так, чтобы не очень было похоже. Ну, вот, пока вот это одна песня. «Words». Целое отделение, а в дальнейшем мы планируем записать диск этих песен. Это песни советской эстрады. Песни советской эстрады, песни 50-х, 60-х годов, песни из фильмов, песни потрясающих мелодистов, таких как Богословский и
другие композиторы, пишут нам аранжировки на эти, на эту музыку. Великолепный аранжировщик, потрясающий музыкант, гениальный человек Александр Сухих. Заслуженный артист России, тромбонист, бенд-лидер, очень много там можно что о нем хорошего сказать. Вот он еще и великий аранжировщик. И вот несколько песен, а точнее три, мы вам покажем. Первая из них, может быть, не очень обычно прозвучит для такого зала, для такого клуба. Называется она «Вечер на рейде». Написал ее Василий Соловьев-Седой, и слова написал Борис Корнилов. Такая мужественная песня, ну вот, что называется, а мы ее видим вот так. Черные тарелки, люди постарше помнят вот эти репродукторы, из которых все время Мунчиков и Нечаев, там еще что-то, еще что-то. И вот так противным голосом, как обычно. Шостаковичем, песня о встречном. Я всегда думал, что, почему встречный, поезд это, что это? Оказывается, нет. В 1932 году, когда была написана эта песня, на стихи, кстати, Бориса Корнилова, Шостакович был так захвачен социалистическим соревнованием, которые происходили везде, то есть там перевыполним там на 120%, выполним там пятилетку в 4,5 года и 6 месяцев и так далее. Вот
И он написал песню о встречном плане. Ну вот мы и даем. Песен, которую написал Никита Богословский. Она из фильма «Большая жизнь». Называется она «Три года ты мне снилась». Вот сейчас мы и попробуем спеть эту песню. Песни соловьи.
мечту свою храню. Мелодия, песня, композиция настолько велика, что я не буду говорить, как она называется. Ее, ну, знают от мала до велика в любом конце нашего земного шара. Единственное, что я скажу, что написал ее Фредди Меркьюри. Let me go. Be easy, move, as a devil, put aside for me. Oh.
Спасибо. Ну и так тихо, потихонечку мы добрались до Битлз. Этому будет тоже посвящена целая вот программа, целое отделение. Оно пишется, оно думается, оно переварится, и все это будет. Но пока мы вот две песенки поем, одна из них, естественно, Yesterday. Потому что как бы стыдно не петь такую великую песню. Да, Оля? Еще одна песенка Битлз, но мне ее осталось петь 3 года всего, потому что сейчас мне 61. Но через 3 года я, может быть, буду петь When I'm 65, When I'm 67, и вот тогда, вот не знаю, да. Ну до 100 вряд ли, но, а хотя черт его знает. When I'm 64! When I'm 64.
be handy mending a fuse when your life have gone. When the sand is hanging, freedom shines aside. Must take written bottle of wine. If I'd been out a quarter to three, would you lock the door? Will still need me, will still feed me when I'm 64. Every summer in Dakota, in Dakota, chance all right, eat not too dear. I could shrieve and say, grandchildren on your knee, we're a Jack and Daisy. Send me a postcard, drop me a line, standing part of you. Indicate beside the venture me to say, your sincerely wasting away. Neither the comfort, needing a forum, not forevermore. We'll still need me, we'll still feed me when I'm 64. Последняя вещичка в этом отделении. Ой, Лена, Лена. И это мои любимые ученицы. Лена Липаева и Ярослава Павлова. Они сегодня еще будут петь. И будут петь здорово. Так что я советую дождаться. Как хороши, как свежи. Последняя... крайние песни в этом отделении. Мы всегда этой композицией заканчиваем свои концерты, но она такая, все эти песни, которые собраны в этом попурри, их все знают. Это песни группы Абба, и вот такое Абба Медли вот сейчас прозвучит. One more look at everything. Whoa, whoa, mamma mia.
Ну вот, на этой мажорной ноте мы хотим закончить первое отделение нашего концерта. Я пока не отпускаю, мне хочется поименно назвать всех, кто... Это займет минут 10, но я должен терпеть. Александр Жебрак. Антон Федорцов. Антон Хрящев. Я не всех знаю по фамилиям. Вот это да. Она у меня 3 года учится. Анастасия Чумакова. Мария Квартального. Александра Палагина. Настя Кондра. Таня Егорова. Лиза Иванова. Диана, чуть не сказал. Шур. Диана Кравцова. Саша Лаврухина. Почему-то в соцсетях у нее другая фамилия. Ну и дальше. Алтухова, как зовут-то тебя? Ника. Господи, да. Олеся Богатёрова. Лена Лобачевская. Анфиса Шелёхина. Кстати, у нее недавно был день рождения, вот по этому поводу ей цветы. Мария Пронякина, мы ее ласково называем «Наша Мася». Ольга Никитина. Даниил Давыдов. Бас Диггер. Москвовед. И вообще всея Руси. Ну и огромное спасибо нашему дорогому Игорю Смирнову. Наш концертмейстер, пианист, аранжировщик. Без него, ну, мы бы вот так не могли бы. Итак, всем спасибо. Ну, а меня знаете, как зовут. Готовимся ко второму отделению. Вечер, дорогие друзья. Простите за такой долгий технический перерыв, но музыкантам нужно было подготовиться, подключить свои инструменты, построить, потому что сейчас во втором отделении вас ожидает целая россыпь драгоценных камней. Но едва ли бы эти камни стали бы драгоценными, если бы не опытный ювелир Владимир Сидоркович. И я хочу, чтобы вы поаплодировали ему. Действительно, сегодня вечер, на котором выступают его ученики, его вокалисты. И если все мы сегодня здесь собрались, это значит, что каждому из нас Владимир Сидоркович дорог, каждого из нас что-то с ним связывает. И это очень приятно. Кое-где видны еще незанятые столики, но я уверен, это только потому, что не все сразу нашли дорогу от метро к клубу, потому что он так во двориках находится. И хочу попросить вас, чтобы вы... каждого музыканта, вот кто будет входить, каждый коллектив, встречали и провожали аплодисментами. Потому что нам, музыкантам, это очень дорого. Аплодисменты – это то, что мы надолго сохраняем в своем сердце. И когда у нас нету концертов, мы вспоминаем об этом, и нам опять становится тепло, потому что ваши аплодисменты сохраняются у нас в сердцах. И вот сейчас второе отделение откроет замечательный бенд. Я уже не на одном концерте был. Cotton Air. Это тоже ученица Владимира Сидорковича, Елизавета Иванова и ее великолепный коллектив. Встречайте и приветствуйте! Здравствуйте! Можно, пожалуйста, нам бубную гармошку еще включить, а там выключить? Насладимся этими чудесными звуками. Спасибо.
Первая композиция с Нарки Папи и Лава Хазовым «Something». Thank you.
это наша авторская аранжировка известного джазового стандарта, джазового вальса «Favorite Things», «My Favorite Things». Thank you.
большое. Александр Гурьянова, бубная гармошка. Артем Самодуров, гитара. Артем Архипов, барабаны. Анна Верова, клавишные. Иван Василян, бас. И наши подмоги Елена Лобачевская и Диана Лида Бархитько на бэк-вокале. И наша солистка Елизавета Иванова. Вот она, Елена, спасибо большое. Лиза Иванова закончила, слава богу. У нас сегодня концерт такой, группы вот такие перемежаются с малыми составами. Вот сейчас на сцену я приглашаю дуэт. Это тут при чем? Нет, не давай. Вот музыканты, они не хотят со сцены сходить, не выгонишь. Не выгонишь, вот пришел на сцену гитарист, и все, и он артист уже. А сейчас я хочу пригласить сначала Никиту Коноплёва на сцену, чтобы он включил свою гитару. А где он? Никит, давай. То есть, кто он? Ануфриев, Коноплёв Ануфриев, какая разница? А гитаристов в колледже 120 человек. Всех не запомнишь по фамилиям. Я себя-то иногда не помню. Вот сейчас на сцену выйдет Мария Пронякина. И вот этот дуэт, они исполнят две очень хорошие композиции. Два джазовых стандарта. Маша скажет сама, какие это стандарты. Встречайте, Маша Пронякина. Хорошего настроения, весеннего, радостного. Мы вам сыграем две песни. Первая будет называться «They can take that away from me». The way you sing on key.
вторая песня под стать сегодняшнему весеннему дню. Солнечная, называется «Shiny Stockings». Коллектив, который сейчас выйдет на сцену, коллектив моей одной из самых любимых учениц Ярославы Павловой, называется он просто Яппи, что в переводе означает Ярослава Павлова. Вот, пока она просила больше ничего не говорить, она сказала так: вы, Владимир Евгеньевич, ничего про меня такого хорошего не говорите, споем, ну а тогда уж посмотрите, как споем, тогда и говорите. Ярослава Павлова и ее группа Яппи. Thank you.
Еще раз добрый вечер. Сразу предупреждаем, мы играем попсу. Но не обольщайтесь, это будет очень медленная попса. Первая песня. Еще будет репитер. Я буду подглядывать. Звук будет появляться, видимо, постепенно.
Следующих певиц, которых я хочу пригласить на сцену. Нет, не вас. Вы еще недостаточно певицы. Вот допьете тогда. Допьете тогда. Следующие певицы, которых я хочу пригласить на сцену, они, ну, сейчас уже бывшие наши студенты, сейчас они педагоги молодые вовсю, как говорится, педагогаживают массы, учат их петь, Светлана Свирина и Светлана Колбасина. Они очень долго делали эту программу, вынашивали ее, выстраивали, и вот мне хочется пригласить их на сцену. То есть почему-то они прошли мимо сцены. А куда-то Света пошла, куда-то в другую сторону. Вот. Светлана Свирина и Светлана Колбасина. Дуэты, которые вам понравятся. Так что вот они все сами расскажут о том, что они будут делать. Здравствуйте, добрый вечер. Скажи что-нибудь. Хорошо, это не дуэт, это часть квартета. У нас еще Катя Кравец на рояле. И вот Паша Корчагин на контрабасе. Так что это квартет, его название «Кто сказал мяу?». И, наверное, этот будет сейчас джаз, а может быть и нет. Это вот что получится, потом скажем. Сейчас будет Fats Waller. Keeping out of mischief. Now. Рояль, монитор есть. Мониторы, дайте, пожалуйста. Don't even go to Ebony Show if you know that by my side I just stay home with my radio. But I'm satisfied
Уоллера, а сейчас кавер с группы Beatles Things We Said Today. Еще одна кавер-версия, которая очень дорога моему сердцу, это группа Doors, это Джим Моррисон, People Are Strange. Я думаю, вы знаете, да? Нет, прекрасно.
People are strange when you're a stranger. This is lovely when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are even when you're down. When you're strange, when you are strange, faces look out of the rain. Которая называется Comfort Me. Да. Smoking lights, and you need someone to help me understand.
place to hide my face. My eye can stand to see all of these madness. Well, I don't know what to do. I'm in peace. Can you come and come for me? I can lay down in despair. I know that there are people who need my help on there. But when my home has up and gone, and I can't waste the time I need you somewhere of your friends to help me carry. Еще в этот потом. Сейчас на сцену я приглашаю великолепных музыкантов. Игорь Смирнов, Руслан Семенов, Юрий Баловник. Трио называется «Как-то так». Ну, в общем, «Как-то так» и...
spoken after midnight on the moonlight. Just hoping with you, do I hope I'm walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway, gorgeous highway. Just hoping I love you, and always walking after midnight, searching for you. I stop to see a weeping willow crying on this pillow. Maybe he's crying for me. I just want to gloomy. I don't want you to leave as lonely as I can be. Though I'm walking up to midnight, always moonlight, just hoping with you. Though I'm walking up to midnight, searching for you. Only by night. Фрейдкина. И мастер перкуссии Василий Старостин. А, в общем. Какие первые? When I know, I know. Ага. You will be mine. I own that diner.
Thank you.
и, как говорится, в заключении... Приносите распивать спиртные напитки с собой, здесь можно. И в заключении красавица, певица великолепная, одна из наших любимых студенток, Елена Липаева и группа «Элен и ребята». Алексей Федоров, Антон Казьмин, Александр Кучин и Валерий Дедов. Замонтируйте. Пять. Один раз. Раз, два, три, четыре, пять. Один раз. Эй, эй, эй. С этого микрофона чуть низа меньше. У нее много низа будет голос. Эй, эй, эй. И, ребята, можно, пожалуйста, чуть-чуть меня побольше в монитор? Спасибо. И в клавишный тоже. Раз, два, три. Клавишный еще больше. Вокал. Раз, два, три, четыре. Вокал в клавишный еще. И в мой тоже можно добавить. Спасибо.
Спасибо. Мы тоже не очень как-то по джазу пошли. Вторая песня тоже не джазовая. Прощаемся. Всем спасибо. Спасибо всем моим студентам. Спасибо всем, кто согласился сегодня. На самом деле, этот концерт мог бы быть часов на 5-6 длиннее. Просто вот сидит Аня Иванова, которая, у которой есть свой бэнд, и она работает. Не пришла Оля, как бы нет Оли Егоршиной. Нету Насти Пугач, нету много, нет Андрея Данилина, нет много кого бы я хотел еще пригласить, но это как бы, что называется, следующая встреча. Или какой-то огромный придется делать концерт с утра до ночи, вряд ли кто-то его выдержит, но хотелось бы, конечно. Всем огромное спасибо. Слава, тебе огромное спасибо отдельное за звук. Спасибо. Итак, мы с вами прощаемся. До свидания.